Друзья, привет! С вами Оксана. Это видео для тех, кому действительно нужно похудеть. По медицинским показаниям. Или просто вы так чувствуете, что пришла пора немножечко наладить свой вес. Это не диета. Это стиль питания и стиль жизни здоровых людей. Если вам интересно, оставайтесь дальше и послушайте десяточек рекомендаций от меня. Ну, первое, известное всем, проверенное, это дробное питание. Это полезно для здоровья, это не способствует набору веса, потому что организм никогда не боится остаться голодным. Он знает, что периодически ему будут подбрасывать еду, у него нет этого страха, и он не откладывает про запас, а перерабатывает полученную пищу на благо организма, на его активную хорошую деятельность. Еще один секрет, это из 24 часов кушать полноценно только 8 часов. Такое ограничение вы вводите на период, когда нужно действительно сбросить вес, а затем просто за 2 часа до сна не кушаете. Ну, может быть, такую недельку вы себе выделите. То есть достаточно за 2 часа до сна не кушать, неважно, во сколько вы ложитесь. Вот, просто за 2 часа прекращайте прием пищи. Третье правило, я о нем говорила, я его придерживаюсь и всем вам рекомендую. Это пища, богатая углеводами до обеда, до 12, до часу, ну максимум до 2 часов дня. А после обеда белки, овощи. И внимательно почитайте таблицы с углеводами, потому что часто яблочко там вместо еды, еще что-то, это тоже углевод. Вот везде, где содержится сахар и глюкоза, это углевод. То есть углеводы до обеда, после обеда, все остальное. На период таких ограничений также учитывайте гликемический индекс продуктов. Такие продукты, как дыня, абрикос, финики, груши, бананы, очень имеют высокий показатель этот гликемического индекса, поднимают уровень сахара в крови. Вот, и их желательно либо убрать совсем, либо очень сильно ограничить, либо если вы без них жить не можете, то употреблять до 12 часов дня, и все, на этом закругляемся. Обязательно, вот я уже оделась, бегу на прогулку, обязательно 1 час пеших прогулок, в любое время года. Не нужно говорить, что на улице дождь или снег, я не пойду прогуляться. Но вы же ходите на работу, в магазин, на вокзал, в школу, куда бы вы ни шли, эта погода не мешает вам совершенно. Вот пусть она не мешает и вашим прогулкам. Следующее правило. Контрастный душ и растирание. Если вы закаленный человек, заканчивайте на прохладной воде. Даже холодной можно облиться. Если не закаленный, ну просто быстро попеременно тепло-холодно-тепло-холодно. И в завершении очень хорошо растереться жестким полотенечком. Такой прямо самомассажик. Ну и так вы не заболеете, усилите кровоснабжение, кровообращение. Все знают и наслышаны, я наверняка уверена, многие используют питьевой режим. После пробуждения 1 стакан воды сразу для очищения и пробуждения. 2, чтобы это проконтролировать, как бы усилить эффект от первого. И затем 4-5 стаканов или чашечек теплой, холодной воды. Но именно воды, не чай, компот, сок, фреш, кофе и так дальше, а именно водичка. Между приемами пищи нужно постараться. То есть едим и пьем мы отдельно. Также рекомендация есть простые, обыкновенные блюда. Не полуфабрикаты, не что-нибудь такое супер намешанное, там наколоченное. Самое обыкновенное, чем вас в детстве кормили, вспоминайте. Сами готовьте, так вы будете видеть, что вы туда добавляли. Например, мы покупаем колбаску, мы думаем, что это мясо. На самом деле там крахмала и сахара очень много, как усилители вкуса, как загустители и так дальше. И вы, ну, организм настроен на белок, получает на самом деле углевод, и вы проанализируете, практически вся наша еда, углеводы с углеводами, углеводы варим, углеводы едим, углеводами заедаем. Ну и последнее, это считайте количество калорий. Это очень легко, есть приложение в телефонах, есть в интернете информация, есть на каждой баночке. В сутки человек среднестатистически использует, обычно расходует 1800-2000 калорий. Ну максимум 2200, ну может спортсмены там больше. Но мы с вами не скалолазы, не спортсмены. Если нужно подстранить немножко, я специально это слово говорю, потому что худеть, а слово худо, худо, худеть, болеть, потому мы стройнее, оздоравливаемся.
Так вот, если нужно немножечко, ну, сбросить, ну, по каким-то показаниям вам нужно, вот, то вы на 100 калорий просто уменьшаете. И за неделю уже пойдет вес у вас на убывание. Ну все, друзья, интересуйтесь своим здоровьем, будьте красивы, будьте здоровы, уверены в себе. И все тогда получится. Всем счастливо и пока!